Начнем выпуск с ЧП. В минувшие выходные в Неси сгорел частный магазин. Пожарных дружин там нет, поэтому с огнем боролись местные жители. На ликвидацию пожара ушло 1,5 часа. За это время магазин выгорел полностью. А вот в вахтовом поселке Харьягинске горело общежитие. Пожарные расчеты на место ЧП успели прибыть вовремя. Очаг возгорания удалось ликвидировать быстро. Пострадавших, сообщают, в МЧС нет. Еще ЧП. Застрявшим во льдах Печоры Нелинмарским судам медленно все же удается продвигаться к берегам столицы региона. Им осталось преодолеть чуть более 50 километров. Сейчас они находятся в районе поселка Хангурей. Напомню, на борту двух судов и баржах продолжают находиться 19 человек и 26 единиц техники. Это автомобили, приобретенные пассажирами. Впрочем, конечно же, суда через льды Печоры пробиваются не сами. Они следуют за мощным морским буксиром «Атаман Ермак», который ломает замерзшую поверхность воды. Буксировщик достиг застрявших теплоходов 6 ноября у деревни Леждух, что в республике Коми. Изначально на борту заблокированных судов находилось почти 500 людей, но часть была эвакуирована вертолетами. Как заверяют в МЧС, никто из оставшихся пассажиров в медпомощи не нуждается. Они обеспечены горячим питанием и теплыми каютами. Однако говорить, когда же суда доберутся до Нелинмара, пока рано. Все зависит от погодных условий и, собственно, самой техники. И еще. Сотрудники МЧС убедительно просят жителей региона воздержаться от выхода и выезда на лед, так как из-за спасательной операции на Печоры в некоторых местах лед полностью отсутствует. Так что будьте внимательны, а пока к другим темам.